он и со стороны то есть западных войск фронта, это Америка, то есть это знаменитая встреча на реке Эльбе. Это вот встреча. Висаитов подарил коня, ему подарили внедорожник. Это встреча, легендарная, знаменитая встреча. И он его довез? Конечно, и конь ему, кстати, тоже был подарен генералом Красной Армии, как искусственному наезднику. Слушай, а еще говорят, что Кадыров собирает сейчас все трофейные из СВО машины. Возможно, да. БТР еще нет, нигде не выставляет он их. Просто входит эта информация в СМИ. Ну, техника, да, вполне возможно, но есть. Кто-то вроде было, уже, по-моему, привезено. Ну, он их как-то привозит, делает апгрейд, но не выставлял на всеобщее обозрение. Я не видел, по крайней мере. Может, и выставлял. Чего он не выключается у него?